В борьбу с коронавирусом с масштабным размахом в населенных пунктах Карачаево-Черкесии проходит тотальная дезинфекция с использованием спецтехники и дезинфицирующих средств в качестве оружия против грозного врага. На одной такой операции побывала и наша съемочная группа. Фатима Даурова продолжит. Специализированное подразделение Донского спасательного центра МЧС России вот уже несколько дней работает на территории Карачаево-Черкесии. Они проводят специальную обработку мест массового скопления социально значимых объектов, медицинских учреждений и дорог. Сегодняшняя их локация – Малокарачаевский район, село Красный Курган. Краснокурганская участковая больница в список объектов с тотальной дезинфекцией попала не случайно. Именно здесь положительным тестом на наличие коронавируса оказались сразу несколько медиков, которые вели прием больных. Я считаю, что крайне важно провести эти мероприятия, дезинфицировать, чтобы когда мы вернемся в нормальное русло, когда закончится карантин, русло работы, когда закончится карантин, чтобы люди могли безопасно приходить и получать медицинские услуги. Санитарно-дезинфекционная обработка сегодня успешно применяется в целях предотвращения распространения COVID-19. Сертифицированным специальным раствором на основе хлороактивных веществ обрабатывают все контактные поверхности. Дезинфекторы работают в специальных защитных костюмах и масках. Из-за отсутствия специальной экипировки в целях безопасности, к сожалению, мы не можем зайти внутрь, чтобы вам показать, как там происходит внутренняя обработка помещения. Но, как нас уверили специалисты, там ни один сантиметр не останется необработанным. Участковые больница оказалась первой в списке объектов в Красном Кургане. В течение дня подразделение Донского спасательного центра МЧС России проведет специальную обработку еще в нескольких социально значимых местах. В соответствии с приказом МЧС России проводится определенная работа на территории Карачаево-Черкесской республики по дезинфекции объектов. 12 числа сегодня, в частности, они работают в нашем районе. Дезинфекции подлежат 8 объектов. Это больница, центральная районная больница, детская площадка, пенсионный фонд, центр занятости, далее автостоянка. Для села с количеством населения почти в 5000 человек такие превентивные меры актуальны и необходимы. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.